России с давних времен провожали зиму и встречали весну народными гуляниями, веселыми играми и забавами. И назывался этот праздник «Широкая масленица». Целую неделю хозяйки пекли блины – традиционное блюдо, напоминающее весеннее солнце. А в конце недели праздник завершался обрядом сжигания чучела масленицы. В это воскресенье руководство молодежного центра был организован старорусский праздник. И мы смогли убедиться, что люди помнят традиции Древней Руси. Чучело в целях пожарной безопасности сжигать не стали, но повеселились на славу. Посмотреть представление пришли как взрослые, так и дети. Народные песни в исполнении артистов молодежного центра заставили самых смелых пуститься в пляс. А небезызвестный Петрушка повеселил маленьких своими смешными загадками, за правильные ответы на которые детишки получили призы. Продолжили праздничную программу конкурса для взрослых. Участники прыгали в мешках, пытались пройти маршрут между кеглями с завязанными глазами, но самое интересное началось, когда принесли традиционное масленичное блюдо. Конкурс поедания блинов вызвал настоящий ажиотаж и веселье среди зрителей. Угощение пришлось по вкусу всем. Вот так у нас в городе встречают весну.